раз в два месяца мы будем запрашивать, ну, если не возникнет от него просьбы. Но пока от него никаких просьб. Нет, это он через адвокат передаст. Вы сказали, что если не будет просьб, будете раз в два месяца запрашивать информацию. Ну, это по месяцу, по месяцу. То есть не реже, встреча представляется не реже одного раза в два месяца. То есть вы думаете, что может так затянуться его пребывание? Мы надеемся, что не затянется. Скажите, пожалуйста, а кто оплачивает квартиру, продукты?